Всем привет, ребят! В общем, сегодня был достаточно дождливый день, но сейчас вроде как и тучи рассосались, и дождь прекратился, поэтому мы хотим с Надей немножко сходить погулять. Кстати, под прошлым роликом был комментарий по поводу новых вещей, почему я не показал. Сейчас я вам покажу свою новую майку. Вот моя новая майка. Я надеюсь, что здесь ее хорошо видно. Там в раздевалке было вообще темно, и никто ничего не увидел. Ну, в общем, такая маечка. Вчера тут у нас на районе, в общем, случай такой неприятный произошел. Квартира сгорела на втором этаже, по-моему, или на третьем, шестой корпус. Сейчас будем проходить, я покажу. Смотри, а то сейчас бы себе забил. Так. Решили тут вспомнить молодость и поиграть в стрелялки. А это ты оружие выбираешь. О, давай вот эту штуку. А ну покажи пестик. Нормальный, да? Стрельнет. Брошен один жетон. Старт. Все. Блин, изображение, конечно, ну, просто лютая дичь. Все, погнали. Педаль хоть работает. О, мне, конечно, жутко неудобно. Блин, ну графика, конечно, дичь полная. О, я на такси. А куда ехать-то, а? Вашу мать, куда ехать? Хотел обойти его, но не получилось. Пацан к успеху шел. Блин, неудобно так снимать и ехать, обходить. Так, а ну-ка, пошел. Отвали отсюда. Чек. Блин, ну графика, конечно, здесь полная жопа, так скажу. Давай, до конца дойти. Мать вашу. Блин, они меня обогнали. Сучки такие. О, что это вообще такое? Какой я пришел? А ну-ка. Я пришел, Надя, знаешь какой? Пятый. В общем, мы уже поиграли. Сейчас одеваемся и едем. Куда мы едем? Надо... наверное, в кофейню еще зайдем. И нужно в Ленту зайти, купить продукты. Чемоданы сейчас смотрим. А ну давай достанем. О, так он огромный.
чемоданчик себе в путешествие, чтобы путешествовать. Так он какой-то это, расхлябанный. Ну это, наверное, он поэтому так и стоит. Ой. Чуть не разгромил магазин. Вот это прикольно, под камень, да? Сколько? Доска разделочная. Ведерко для мытья самоката. Ребята, Glade по скидке сейчас в ленте. 228 рублей вот такие вот. Ну, картриджи для освежителя. Какой-нибудь из этих возьмем сейчас. О, свежесть утра. Сколько? 90? Хрустящие 108. Я хочу хрустящие, Надя. Какая-то Индия. Хочу... Индия? Что же выбрать? Лентовские. Где корнишоны лента? Ну, корнишоны вот, они же маленькие. Кубаночка у них. 365 дней? Корнишоны 365 дней, 69 рублей, 70. Доброе утро. Ну, вернее, уже не утро. Сколько сейчас времени? У нас уже 12 часов дня. В общем, мы сейчас с Надей едем забирать фотки свадебные, наконец-таки, нам уже сделали. Да, мы аж прям все в ожидании были на самом деле. Погода у нас, как всегда, отличная. Как всегда, нас радует новый день. Поэтому едем мы сегодня на машине. Так как на общественном транспорте просто будет нереально, ну, нереально будет дойти до него. Мы просто будем плыть до тех пор, пока не наберем полные ноги воды. Полные ноги воды. Что я сказал? Полные ботинки воды. В общем, ладно, все, идем. Единственное, что я не включил диктофон. Кстати, вот сейчас вы увидите разницу записи звука на экшн-камеру. Кстати, экшн-камера у меня Xiaomi UI. Ну, это как бы не Xiaomi, это просто UI, то есть называется. Приобрел я ее на замену своей старой камере Mixberry Livecam. Но там вообще звук поганый, ужасный. Давайте сейчас включу диктофон. Раз, два, три. Сейчас запись идет с диктофона. Я думаю, что будут люди интересоваться, на какую программу я записываю, на какой смартфон, там петличка, не петличка и так далее. Да, у меня петличка обыкновенная за 200 рублей с Алиэкспресса. Телефон старенький Fly FS517 вот такой. Но почему я взял старый телефон? Потому что я пробовал записывать на свой, но, к сожалению, мой смартфон Xiaomi Redmi 4X, он не берет петличку эту, то есть он просто ее не видит. Поэтому я записываю на вот этот смартфон Fly FS517, и программа называется «Простой диктофон». Вот так она выглядит. Вот так программа «Простой диктофон». Это вот самая нормальная, адекватная программа, которая пишет более-менее хороший звук. Ну, конечно же, я его все равно потом обрабатываю, но самый наиболее чистый звук пишет именно эта программа. Камера у меня сейчас экшен, у меня других, к сожалению, нет. Немножко расскажу, я хочу приобрести себе в будущем камеру Canon G7X Mark II. Ну, я думаю, все, кто занимается видеоблогингом, они знают, что это за камера. Это довольно-таки хорошая камера, это так даже не камера, это цифровой фотоаппарат и видеокамера вместе взятые. То есть очень хорошее решение как раз для влогера. Я себя позиционирую как влогер, то есть я больше снимаю влоги, снимаю свою повседневную жизнь, потом, когда будут путешествия, а они будут, я обязательно буду снимать какие-то интересные путешествия, да, то есть куда буду ездить, куда мы с женой будем ездить. Скоро я себе приобрету новую экшн-камеру SJ8,
фирма такая, ну, так она и называется, SJCAM, да, и модель SJ8. Я считаю, что это наиболее актуальная на данный момент камера, то есть она хорошо пишет Full HD, 4K умеет писать. Скорее всего, я буду, наверное, свои видео монтировать в формате 4K 30 кадров в секунду. Там есть также коррекция дисторсии, вроде как там должны быть ручные настройки, я не знаю еще точно, может быть, там ручных настроек нет, но в любом случае там изображение, качество звука, оно гораздо лучше, чем на этой экшн-камере. Поэтому пишите ваши комментарии, на что снимаете вы, как вы записываете звук, если вы его отдельно записываете, на какие программы, на какой смартфон, может быть, вы ведете съемку на iPhone и так далее. Пишите свой опыт, мне очень интересно будет послушать, узнать. Ну а сегодняшний день, в принципе, да, наверное, и подходит уже к концу. Сейчас у нас 5:30 на часах, погода говно, идет дождь, то есть как бы уже не погуляешь, не выйдешь никуда. Мы съездили с Надей, забрали фотографии, ну и собственно все, сейчас Надя работает, я буду продолжать монтировать это видео, и скорее всего сегодня оно и выйдет. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, там, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и пишите обязательно комментарии, что вам нравится, что не нравится в моих видеороликах, что можно было бы добавить, потому что я прислушиваюсь к мнению своих подписчиков. Всем спасибо и до новых встреч!